Врачи в Владивостоке начнут готовить со школьной скамьи. В 41-м лицее открыли новый класс – медицинский. Теперь учащиеся 8-11 классов смогут больше узнать о профессии врача. Имея первичные знания и навыки, кому-то это в будущем, возможно, поможет поступить в медицинский вуз. Сейчас все необходимое оборудование установлено и уже готово к работе. Макет головного мозга. Здесь не просто мы смотрим, как он выглядит, мы можем его даже разобрать. Вот так вот раскладывается на части, мы можем его в разрезах посмотреть. То есть дети все это наглядно видят. Юным докторам для помощи в изучении естественно-научных предметов оборудовали целую лабораторию. Помимо макетов органов человека, привезли еще роботов Григория и Георгия. Такие имена указаны в документах. И интерактивный анатомический стол. Оборудование является учебным, упрощенным для детей. Тем не менее, дает полное представление о том, как устроен организм человека.